Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Passo 2018 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил, КПП передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, автомобиль на хорошей резине, установлены ветровики, имеется бесключевой доступ, пробег 131 тысяча километров, по салону светлый салон, чистый ухоженный, ткань, имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, помощь предотвращения столкновения, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 типа подъемника. Пройдемся по ЛКП. 86, 93, 79, 88, 89, 98, 106. 107. Актуальная цена наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.